Среди множества калмыцких имен есть такое, которое не предполагает болезней. Точнее, не предполагает, а желает своему носителю не иметь болезней. Что же это за имя, откуда оно взялось? Есть ли оно сейчас? Об этом наш сегодняшний рассказ. Имя «безболезненный» или «не имеющий болезней» — это имя, заимствованное калмыками из тибетского языка, в котором оно звучит «нет-ме». В нашем языке оно существует в разных вариантах — «надмит», «надвид», «надбит», «недвид» и производных от него фамилиях «надмидов», «надвидов», «надбитов» и других. Не только у нас, но и у братских нам, бурятов и монголов, есть такое имя. У бурятов «надмит», а у монголов «надмид». Выходит, что это имя есть не только у нас, но и у других братских нам народов. Однако у тибетцев такого имени не обнаружено, что позволяет сделать предварительное заключение о его монгольском происхождении, а конкретно об использовании тибетского сочетания в качестве имени. Однозначно то, что имя это пришло в наш язык вместе с тибетской формой буддизма, и давать его стали для того, чтобы сберечь ребенка от болезней, которые случались в стародавние времена весьма часто. В наше время, к сожалению, я не встречал ни мальчиков, ни парней, носящих это имя. Вероятно, калмыки перестали его давать. Однако сохраняется это имя в калмыцких отчествах и фамилиях, в ряду известных носителей которых можно назвать балетмейстеров Петра Тимофеевича и Владимира Петровича Надбитовых, ученого Николая Надбитовича Убушаева, актрису Ольгу Надвидову и многих-многих других калмыков.